Снегопад в Алматы все равно, что снег на голову акима города, говорит его давний почитатель Мурат Телебеков. Все стабильно. Улицы города никто в порядок приводить не собирается. За руль при таких условиях игры правоверный сесть не рискует. Снегопад мы опять не видим в городе. Достаточное количество снегоуборочной техники. Вот, то есть опять вот эта проблема повторяется из года в год. Я считаю, что все-таки необходимо принять какие-то кардинальные меры для того, чтобы решить эту проблему. Если акимат не справляется с такими проблемами, как, допустим, снегопад, как он может справиться вообще с какими-то серьезными такими явлениями, как, допустим, землетрясение, силевой поток? Кардинальные меры – это, скорее всего, вотум недоверия и импичмент акиму Ахметжану Исимову. Но кто же сместит, пусть даже такого, но хозяйственника и родственника президента страны? Тем более подчиненные докладывают, будто 6 часов утра на ногах с лопатами в руках. Некогда им так, что и комментируют на ходу по телефону. Ну, в общем, списка разбрасывателей, которые на данный момент сейчас на местах дислокации, было просыпано 400 тонн противогололедной смеси. В данный момент идет уборка снега по улице Горной. Основная работа сейчас посыпка. К этим впечатляющим цифрам можно добавить, что первый снег в городе – это более 100 аварий и одна футбольная команда пострадавших – 11 человек. Большинство алматинских водителей откровенно не готовы к сюрпризам природы. Автовладельцы возмущены работой коммунальных служб города. Там не посыпали, все плохо, видите, тормозить плохо. А так то, что проблема только то, что вот акимат не чистит дорогу, потому что машины уезжают. Каша. Все. Одна претензия. Пешеходы кое-где пробиваются через первые сугробы. Слишком много снега. Как-то неудобно ходить по улице. Днем редкая техника стыдливо работает у здания городского акимата. При виде видеокамеры водитель спешит дать по газам и уехать с глаз долой. Возможно, горадминистрация надеется, что снег быстро растает. Кажется, напрасно. Казгидромет уже объявил штормовое предупреждение.